слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Ну, я напоминаю еще раз, что сегодня за прошлый вторник я отвечаю на ваши вопросы. Вот, пожалуйста, значит, Антон из Москвы задает вопрос, который каждый вторник последний задают. Как не нарваться на шарлатана, а выбрать нормального психолога? Это несложно. У него должно быть нормальное классическое образование, не курсово-ворошиловский стрелок, а то у нас есть такие, я не хочу пальцем тыкать, институты, и в Москве есть институты очень известные, которые буквально за 3 месяца дают вам диплом гештальт-терапевта, одновременно астролога, таролога и вообще, так сказать, психоаналитика в широком смысле этого слова. Нет, должно быть нормальное, я не знаю, сколько сейчас, 5 лет я учился, да? 5 лет. Ну, когда я учился, не было бакалавриата и магистратуры. Но, короче, не бывает. Психолог с первой степени. Будьте здоровы. Мари, вам не слышно, а мне видно. Спасибо. Да, обращайтесь. Вот. Это Мари чихнула просто. Ну вот, и вы, человек должен иметь нормальное образование, то есть и полный курс психологии пройти, нравится ему или нет, это другой вопрос, но он это должен сделать. Далее. Он должен... кстати, у него должен быть или государственный диплом, или диплом, ну, как это называется, государственного образца. А вот не в макароностроительном институте. Далее, у него должен быть опыт работы, студенты обычно друг на друге тренируются. Но самое главное даже не это. Самое главное, что вам должно быть с ним, а, комфортно, б, понятно, и в, хотя бы я в поставил на первое место, вы должны в течение короткого времени почувствовать положительную динамику. Вы не должны в течение короткого времени проблему свою решить, нет, динамика должна быть. А если вы чувствуете, что вам тяжело, что это какая-то шоковая терапия, что вам некомфортно, вы не видите, ходите, как этот самый лось говорит, я все пью, а мне все хуже и хуже, тогда это не ваш психолог. Ну вот коротко так. Добрый вечер. 730-101. Сделайте, пожалуйста, потише ваш радиоприемник. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. Могу это сделать? Вы уже это делаете практически. Подскажите, у меня очень деликатная проблема, которую я не могу решить с 10 лет. Мне будет в этом году 40. Дело в том, что по непонятной для меня причине моя мама, когда мне было 10 лет, поцеловала меня в грудь, вот в самое интимное место груди. Я не могу понять вот этого поступка, и хочу сказать, что моя мать очень невротическая, как бы невротического склада человек. А вопрос вот, в чем? Вопрос, как мне решить эту мою проблему, которая мучает меня уже 30 лет. Да, проблема в том, что я ненавижу свою мать, я испытываю к ней отвращение, омерзение, я не общаюсь с ней, я не хочу видеть ее, знать, она мне глубоко неприятна. Можно ли как-то это решить? Конечно, ваша мама больной человек, вы столько вывели на нее негатива, а на самом деле, вы же сами говорите, мама... там, я не знаю, как она у вас, психически ненормальный человек, ну, в общем, неадекватный. Туда же относится ее поступок, который вызывает у вас вопросы. Вообще, я вам хочу сказать, что чем вот это я ненавижу и все остальное, из-за чего вы себе в основном жизнь отравляете, а не маме. Я бы на вашем месте пошел бы другим путем. Сожалел бы о том, что вы родились у нездорового человека, но на этом все. Вы можете пожалеть маму, можете вы ее не жалеть. Себя жалеть, в принципе, не нужно. Но мама, если она человек психически неадекватный, она не может отвечать за свои поступки. Потому что если она человек больной, то ведет себя как больной. И вы ему могли, вместо того, чтобы сказать, что я ненавижу свою маму, и дальше продолжить раскрывать слово «ненавижу», сказать себе, что ну жалко, что у меня такая мама. Жалко, что она больной человек, что она не может дать, как нормальная мать, мне ни любви, так сказать, ни материнства. Но моя мама, конечно же, меня любит. Моя мама, кстати, не сделала аборт, а родила меня. И судя по тому, что вам скоро 40 лет, какое-то время даже поила и кормила, одевала и обувала.
что говорит об этом, ну, как, ну, как могла, так свои чувства выражала. И вы к маме, в общем-то, хотите, нейтрально относитесь. Можете пожалеть о том, что вы родились именно этого человека. Но без ненависти, потому что ненависть убивает вас, а не вашу маму. Поехали дальше. Светлана пишет. Добрый вечер. С мужем живем 6 лет, 2 детей. Муж говорит, что я не удовлетворяю его сексуально. Но в остальном он доволен совместной жизнью и разводиться не хочет. Поэтому предлагает иногда пользоваться услугами жриц любви или просто иметь любовницу. Я против. Муж злится. Как поступить, как реагировать на подобное? Пишет Светлана. Тут, кстати, еще и другие вопросы присоединяются от слушателей. Все про этого Светланиного мужа, ну, что ли? Не конкретно про мужа Светланы, но еще такие похожие. И у меня такое же, да? То есть правильно ли я понял, что муж Светланы недоволен Светланой в качестве любовницы? И предлагает, при этом ему совершенно нравится все остальное. Да, заменить Светлану на или жрицу, или бесплатную любовь, которая обычно обходится дороже, чем жрица. Да, так... Светлана еще пишет, что она против, муж злится, и как реагировать? Ну, если Светлана знакома с моим творчеством, в частности, с книгой «Хочу и буду», там очень подробно описывается, как вообще принимать решения в жизни. Вот у Светланы возникла такая жизненная ситуация. Светлана звонит на любимую радиостанцию «Серебряный дождь» и задает психологу вопросы, как быть. В книге на это очень подробно есть ответ. Это первое правило, которое звучит так: делай то, что хочешь. И второе правило: не делай то, что не хочешь. Из этого, Светлана, вы можете сами понять, что вам делать. Но для того, чтобы так жить, нужно ориентироваться на свои чувства, надо себе доверять, быть в себе уверенным, и тогда вы будете всегда правильно поступать, потому что всегда, когда вы принимаете решение, вы исходите из того, что вы чувствуете на самом деле. Как только вы начинаете, муж злится, вы сейчас могли бы добавить в ваше сообщение, а на что я буду жить, а у меня маленькие дети и так далее, то тут уже включается страх. И многие люди, которые, ну, терпят то, что им неприятно, ну, вот они, к сожалению, это делают из страха. Есть еще один вариант. Если вы с мужем, эту проблему будете вместе решать. К сексологу пойдете, например. И с сексологом это вот сексуальную свою дисгармонию. Ну, у вас, я так, вы вообще на мужа не жалуетесь, я смотрю. Это у нее только проблема. Будете решать. Ну, как вариант. 730-101, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина Михайловна, и у меня такая проблема. Я была в Германии, но я не нашла работы. Мне отказали в гражданстве. И что делать, у меня опустили руки. Как двигаться дальше? В каком смысле, как двигаться дальше? Вы приехали в Германию. Да. Вам отказали в гражданстве и в работе. Да. Но это предполагалось, согласитесь. Хорошо. А как мне дальше двигаться? Не, Марина, подождите. Давайте сначала вот с этим разберемся. А вы сейчас в России живете? Вы вернулись в Россию? Да, я живу в России. Вот, Марина, да. Слушайте внимательно. Вы когда ехали в Германию, вы были уверены на 100%, что вам дадут гражданство и работу? Да. Почему это вдруг? Расскажите. Но я планировала, что я находила работу, мне все говорили приходить на собеседование. А потом, так, когда я приходила на собеседование, у меня нету паспорта ЕС. И меня из-за этого не брали на работу. Ну, понятное дело. Особенно в период коронавируса. Нет, это был до коронавируса. То есть откуда у вас 100%? Вы же не можете сказать, что все, кто ищет работу и гражданство в Германии, получают работу и гражданство. Это ведь неправда. Ну, у меня была уверенность, я верила в это, как бы. Это была моя мечта. А вы можете сказать, что вы можете на себя рассчитывать и быть в себе уверенным в том смысле, в котором это от вас зависит? А, простите меня, получение работы и гражданства от вас не зависит. Да. Теперь, как поехали дальше. Нет, ну, секундочку. Вы что, куда-то торопитесь? Нет. Лягте, сядьте, отдохните, подышите. Я вам пока буду рассказывать. Значит, смотрите, сейчас в Евросоюзе полная задница, и в Германии в частности, в экономике. Почему они должны брать людей из бывшего СНГ, когда у них для немцев нет работы? Вот тоже логика непонятная, да? То есть вы считаете, что вы приехали, осчастливили Германию, и они должны были вас руками оторвать. Но у них свои немцы имеют проблемы с работой. И более вам того скажу. Вот с тех пор, как Великобритания вышла из Евросоюза, она выкинула
во время пандемии все, кто не гражданин Великобритании. Я просто знаю людей из Прибалтики, это же была все как бы одна территория, да, Евросоюз. И да. Там очень много людей устроилось там официантами, водителями и так далее. Выкинули всех. Евросоюз сказал Великобритания, мы вам за это голову оторвем. На что Великобритания сказала, а мы поэтому и вышли из ЕС, потому что вы дебилы. Так вот, я вам хочу сказать, вы не можете сказать, что у нас 100% рассчитывали на то, что вы это получите. Это неправда. Это не от вас вообще зависит, понимаете? Да. Теперь, вы хотите в Германию или вообще куда-то на работу? Нет, в Германию. Именно в Германию. Я просто решила, куда поехать. Окей, именно в Германию. Вы можете дальше пробовать? Ну, другая работа, другие земли. Это же федеративная республика. У них разные земли, разные условия. Здесь отказали. Да, но у меня штраф. У меня сейчас страх, вдруг у меня не получится. А я вам скажу, может, и не получится. Вот почему? А вы очень хорошо, наверное, в школе учились, да? Нет. Откуда у вас вдруг такое? Ну, вы проигрывали когда-нибудь, в принципе? Ну, да, ну просто... Нет, это я не проверила, не как бы я просто рассчитывала, что получится, а сейчас страх, вдруг вот у меня не получится. А я вам скажу, может, еще раз не получится, и что? Ну, стоит дальше пробовать. Если вы хотите, да, если не хотите, не пробуйте. Но вы не должны обслуживать страх. Если вы перестаете пробовать именно из-за страха, что не получится, то лучше пробовать. Но вы должны быть готовы к тому, что может не получиться. Я еще раз вам объясняю. Вы не можете ни в чем быть на 100% уверены в том, что зависит не от вас. Это не вы принимаете решение ни о трудоустройстве, ни о получении вида на жительство. Поэтому вы не можете сказать, я на 100% уверен. Даже немцы... Этнически не уверены. Даже великий, вот кто из вас, поднимите руки, Мари, смотрел фильм «Однажды в Америке»? «Лес рук». «Лес рук». У нас тут твой, правда? Вот это лес. Действительно. Вот рассказывай специально для нашей слушательницы. Значит, главный герой фильма «Однажды в Америке», который играл Де Ниро, это Мейер Лански. Это реальный персонаж, который был, ну, в реальной жизни. Мейер Лански, как вы догадываетесь, еврей. Мейер Лански за свои деньги снарядил отряд во время Второй мировой войны, который должен был проникнуть в Германию и уничтожить Гитлера. План сорвался. Мейер Лански очень помогал Израилю. Прям деньгами давал. Ну, это мафия, которая нью-йоркская, еврейская. Об этом, собственно, и фильм. Так вот, Мейер Лански имел право по закону о возвращении попасть в Израиль. Просто потому, что он еврей, а в Израиле есть закон о возвращении, который разрешает любому еврею жить в Израиле на основании того, что это его государство. Так Мейеру Ланскому не дали гражданство. А он, в отличие от вас, был не на 100, а на 500% уверен, что дадут из-за его помощи Израилю, из-за того, что он еврей. Знаете, почему ему не дали? Потому что он уголовник. Уголовник и убийца. Израиль ему отказал. Ему такое в голову бы не пришло. А вы... То есть вы хотите сказать, у нашей слушательницы гораздо больше шансов получить гражданство. Хотя бы она еще никого не убила, да. Ну так, маленькая надежда. Глеб пишет. Начал встречаться с девушкой, но динамика чувств у нас разная. Так вот скажите, как сдерживать свои чувства, чтобы не давить на девушку? И вообще, как правильно общаться, чтобы не быть навязчивым и не превращаться в фаната? Ну вообще, я думаю, что это такая экзальтация, когда человек... На первом свидании говорит, я люблю тебя, на втором я не могу жить без тебя, то, во-первых, ему никто не верит. Не, ну, может, там уже шестое свидание, и Глеб горит, а девушка симпатизирует. Но будущее, похоже, какое-то есть. По-моему, не очень приятный человек генерал Де Голь сказал в свое время, что в любви и дружбе один везет, а другой едет. Так вот, ну, по-разному бывает, я за взаимные чувства, но... У Глеба, видимо, не сложилось. И, Глеб, ну никак. Я вам не советую давить, девушка может напугаться. Я так понимаю, что Глеб имеет в виду, что он уже влюблен без памяти, а девушка еще с трудом вспоминает, как его зовут. Как в романе Оксаны Робски «Любовь о фон», по которому, помните, такой фильм был? Она думала, что они поженятся, а он не мог вспомнить ее имя. Вот. Ну, такое тоже бывает. Короче говоря, Глеб, терпение и труд. И все у вас будет. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, мне 35 лет, город Мурманск. Привет вам, Михаил, огромный. Здравствуйте.
Спасибо вам большое за ваши лекции. Благодаря им я научилась себе помогать очень здорово и перестала бить своих детей. Бедные дети. Так, ну уже не зря живем, значит. Это была черная шутка, на самом деле. Я бы хотела спросить вас. Я люблю очень своих родителей. Несмотря на то, что мне 35 лет, я, наверное, все-таки еще не перерезала ту самую пуповину, о которой говорят психологи. И вот этим летом так получилось, что мы жили вместе на даче в одном доме, хотя я прекрасно понимаю, что жить с родителями — это не очень правильно. Но вот так сложилось обстоятельства из-за ковида, мы были вынуждены все самоизолироваться там. И было все очень сложно. Мои родители очень тревожные люди, и вот эту тревогу они транслируют как мне, так и моим детям. У меня их трое. Так. И мне вот это очень не нравится. И я неоднократно по вашим правилам говорила им о том, что мне не нравится, что вы... Ну, я помню, что неоднократно... Но вы же с ними жили вместе, я так понимаю. Да. Но это вынужденная ситуация, бесполезно говорить. Вы сейчас же не живете вместе с ними? Нет, конечно, нет. И сейчас они уехали обратно. Сейчас они вернулись обратно в Мурманск, а мы остались в деревне. Но я, честно говоря, до сих пор переживаю эту ситуацию. Мне очень горько, больно и обидно, что, во-первых, они продолжают транслировать эту тревожность, так, от которой я пытаюсь всю жизнь избавиться. А что они говорят? Ну, например? Дети играют около реки. Мы находимся на Волге, в Костромской области. Дети играют около реки, они начинают кричать, жестикулировать очень эмоционально. Выйдите из воды, вы сейчас утонете. Хотя, в общем-то, никаких предпосылок нету к этому. Слушайте, вопрос ваш в чем? Мой вопрос в том, как научиться не переживать, как полюбить своих родителей, несмотря ни на что. То вы сказали, я их люблю. 35 лет. А тут выясняется, иногда, что не очень, да, как бы. Да. Как стал вербатов странную любовью. Да, странно, вот. Люблю своих родителей, но странную любовью. Совершенно верно. Смотрите, какое дело. Родители такие, какие есть. Вы не можете на них злиться. Они у вас, ну, как бы невротичные. Тревожные они у вас. Их тревога располагается во внуках. Они больше всего заботятся о внуках. И они, так сказать, не могут... Ну, вы можете, конечно, с ними жестко поступить. Сказать, раз вы не можете нормально вести себя с детьми. Обычно детям так говорят. Раз ты играть нормально не можешь, то мы идем домой, да? Да. Вот. А тут придется родителям сказать, ну, я не могу, значит, вам доверить детей. Ну, а сколько лет вашим родителям? Им под 70, отцу 67, матери 65. Ну, у вас есть два варианта. Или начать их... вот слышу. Счастливые детские голоса. Да. Вот, значит, или их дрессировать, потому что им бесполезно объяснять. Просто они понимают, что они так себя ведут, и вы с детьми уходите с пляжа. Вот, или плюнуть и сказать, ну, я же детей воспитываю. Они понимают, что это старики, они к этому спокойно относятся. Они как бы из-за этого, ну, не начинают нервничать. На самом деле дети, это ничего хорошего в этом нет, что они их нервируют, детей я имею в виду, этими разговорами. Но, честно говоря, дети, как правило, понимают разницу между родителями и бабушками и дедушками, и не путают никогда. Это касается там то, что разрешают, то, что наказывают и так далее. Дисциплина, я так понимаю, у нас небольшой перерывчик. Совершенно верно. После рекламы вернемся. Сегодня ответы на ваши вопросы пишите +7 903 797 6333. Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Ну что, друзья мои, я напоминаю, что сегодня отвечаю на ваши вопросы вместо последнего вторника июля. И у нас, Мария, какое-то сообщение не мелкое. Людмила пишет, у меня проблемы со взрослой дочерью. Ей 24 года, девушка находится в устойчивом депрессивном состоянии годами, нашла любовь в другом государстве, переписываются 3 года, видятся раз в год, перспективы, на мой взгляд, нет. Дочь бросила институт, в жизни найти себя не может. Еще умерла моя мама и ее бабушка, с которой она долгое время жила. При этом бабушка после продолжительной болезни, они были очень близки. Бабушка 9 лет после инсульта была вообще невменяемая, дочь жила с ней.
дней. Я жила с ними не всегда. Профессиональной помощи психолога она отказывается. Живет дочь не со мной, а со своим отцом. И дочь говорит мне следующее. Ты живи, пожалуйста, своей семьей и своей жизнью. А у меня родные люди остались только моя дочь и мой супруг. Это не ее отец. И вопрос такой, как не переживать за дочь и жить своей жизнью. Просто не получается отпустить ситуацию, глядя на то, что близкий человек страдает. Хотя я понимаю умом, что оба мы такие невротичные, или, может, я как-то все-таки могу ей помочь. Людмила. А в чем помочь, если дочь ни о чем не просит, Людмила, дорогая? Дочь не жалуется, дочь вас никакой помощи не просит. Дочь, как я так понимаю, живет своей жизнью, и эта ее жизнь вам кажется ненормальной. Тут вопрос, как не переживать еще был. Это гораздо более тяжелый вопрос. Дело в том, что вы, судя по всему, человек тревожный, вы, собственно, и говорите, что вы все невротики. И вам, у вас есть потребность в переживаниях, просто вы решили переживать по поводу дочери. А для того, чтобы вообще не переживать, для этого необходимо поменять свою психику. Это более тяжелая, как сказать, ситуация для реализации, чем, например, изменить отношения по поводу дочери. Давайте исходить из того, что... Давайте сначала с дочерью закончим. Что если бы дочь нуждалась в вашей помощи, она бы попросила или вас, там, или отца своего. Но она живет так, как она живет, и это ее жизнь. Она имеет представление, видимо, и о психиатрах, и о психологах, вы говорите о депрессии. Она может лечиться, может ходить к психологу, может пить таблетки. Это ее выбор. А вам надо жить своей жизнью, у вас своя семья. Но для этого вам надо избавиться от тревоги как таковой, как свойства характера, что ли. Но более подробно, опять же, можете книжку почитать, но и в интернете очень много есть всяких, как это по-русски сказать, ссылок, роликов моих передач, и там это достаточно подробно описывается, потому что у меня нет такой возможности говорить об этом долго в программе. Кстати, раз уж мы на эту тему заговорили, то я хочу сказать, что прямо завтра, а завтра у нас среда, если я не ошибаюсь, в 19:30, вы можете присоединиться, у нас будет публичная консультация. Кстати, прямо для вас, как принимать себя, своих близких, свою жизнь и вообще весь мир. То есть как просто жить, ну, говоря по-русски, не заморачиваясь. Я думаю, что, может быть, для вас есть смысл посетить. Это пока у нас все в онлайне. Я думаю, что это еще долго будет в онлайне. Но это лучше, чем ничего. Кстати, раз уж такой разговор пошел, 12 августа, как стать взрослым, если вам уже от 25-50 и больше лет, потому что люди, к сожалению, многие не взрослеют всю жизнь. Но вот такие у нас пока события. Звоночек или прочитаем? Звонок. Ой-ой-ой, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Меня зовут Марина, я с Юга России. Михаил, а Юг России — это название города? А? Юг России. Юг России? Нет, это Ростовская область. Ростовская. Понял. Так. Да, смотрите, поклонница ваше творчество, слушаю книги, аудиокниги, да. И вот у меня такой вопрос, который вот я для себя как не могу найти на него ответа. Я в отношениях с мужчиной 5 лет. Состою, он разведен, я тоже недавно развелась, вопросы сферы экономики, и денег, и вот отношений. Не понял, подождите, вы с мужчиной 5 лет, так? Да, то есть мы уже как бы стабильно давно встречаемся. А вместе не живете? Вместе не живем, да. 5 лет встречаетесь? 5 лет. Встречаетесь, вместе не живете, потому что у вас сын. А, да, у меня сын, и я была замужем. Нет, 2 года назад. Вы почему не встречались? То есть вы в браке начали встречаться? Я была в официальном браке, да. Так. Была в официальном браке, и вот как бы мы с мужем не жили, просто я была, то есть штамп в паспорте был, поэтому так. Я считаю, что это неправильно, да. И сейчас я купила квартиру, делаю в ней ремонт. Мужчина у меня хозяин строительного магазина. И он материалы мне продает по той цене, по которой он продает людям, которые вот с улицы приходят. То есть он мне спокойно выставляет счет, как бы ни в каких вот
как бы, ну, не, ну, давай, типа, я тебе помогу, там, или еще что-то такое. Нет, ну, как бы, вот, я вопросы не задаю, потому что я нормально зарабатываю, я в состоянии оплачивать все эти вещи. Ну, меня, конечно, эта ситуация коробит, вот, поэтому... Вопрос. Вопрос. Принять все это как есть или просто вывалить ему все эти претензии и все на, и как бы обидеться и бросить все к чертовой матери? Смотрите, а это же не единственный магазин строительный, где вы живете, или единственный? Нет, не единственный. А чего к нему пошли тогда? Ну, он бы как бы, ну, я тебе продам, при этом он даже ревнует, как-то увидел мою машину другого магазина строительного, там, и устроил сына, почему ты туда пришла, а не ко мне за этими вещами, поэтому... А почему вы на этот вопрос, ну, а вы бы ему сказали, потому что ты же даже скидку не даешь, какая разница, кого покупать. А чего вы стесняетесь ему сказать об этом? Ну, честно говоря, я думала, когда начинала ремонт, что он мне поможет просто так, ну, просто мы уже давно в отношениях, как бы, вот. Ну, еще и другая сторона вопроса, то есть у меня был день рождения, был юбилей, он мне даже не подарил подарка, вот. Я была занята на работе, как бы, несколько дней там, вот, ну, как бы, ну, прошло и прошло, ну, как-нибудь в другой раз, и все, тут пандемия, тут все, в общем, нет, и слушайте, в итоге, ну, как я бы... я понимаю, у вас такие отношения. Отношения, да. Да, ну, не потребительское никакое. Вот, ну, а почему вы-то мне говорите, а не ему об этом? Что же вас останавливало ему об этом сказать? Я ему говорю, но он как-то... То есть вы ему сказали, стоп, вы ему сказали, что вам не нравится, что вы у него покупаете вещи даже без скидки. Вы ему сказали об этом? Да, я ему сказала, он говорит, ну я там тебе скидку делаю, там рассрочка, ну как бы все подразумевает тот момент, что я как бы все равно все оплачу. Я и так оплачу по-любому, потому что, ну, просто, ну раз такой разговор пошел, еще представляется, значит подразумевает оплату. Вот это может быть ситуация, вами принята двумя способами. Значит, раз вы ему сказали, что вам это неприятно, это третье правило, вы можете ему сказать об этом только один раз. Так как он не собирается и после разговора вам скидку делать не стал, у вас есть две опции. Первая, мне уже все нравится, вторая, до свидания. Но ситуация с днем рождения, она еще хуже, потому что это уже пренебрежение. То есть, если там у него свои какие-то там тараканы в голове, чтобы он не думал, что вы его используете, например, и так далее, да, ему, то подарок на день рождения, это уже, как это у Гоголя, до личности касается. Это уже он выражает так свое отношение к вам. Поэтому я не знаю, что вам с этим счастьем делать. Ну, как бы я подозреваю, что с ним делать, поэтому... Он говорит, ну ты же все равно все можешь сама себе купить. Ну да, я могу. Но мне бы приятнее было бы, конечно, это... Подарок — это знак внимания. Именно вот так бы я бы хотела... Ну да, можно же, да, продолжить разговор, сказать, ну я мужика себе могу другого найти сама. По этой логике. Да, спасибо. Как говорится, свидание было без любви, разлука будет без печали, да. Поехали дальше. Вот, кстати, у нас про день рождения тоже есть вопросы. Мужчина сказал, что я для него значимая, он хочет со мной общаться, но не поздравил с днем рождения. Пропал и больше не звонит. Что это было, Иннесса? Вдруг это какая-то внезапная смерть, болезнь, амнезия ретроградная. Мало ли что бывает. Как в том анекдоте, когда мама с дочкой на кухне сидят 2 часа ночи. И дочь говорит, мам, я так волнуюсь, 2 часа ночи. А мужа все дома нету. А мать говорит, а что ты о самом плохом-то думаешь? Может, его машина сбила? Поехали дальше. Вопрос без подписи, он очень коротенький. Почему меня волнует, сколько было мужчин у моей жены до брака? В браке мы уже 10 лет. От неуверенности в себе, от страха, что вы не соответствуете ее ожиданиям. Ну, в общем, это все вокруг неуверенности в себе. Добрый вечер. Здрасте. Многие думают, что это мы с Марией здороваемся. Нет, мы с Марией уже здоровались. Это мы здороваемся со слушателем. Говорите, пожалуйста. А он не хочет... Добрый вечер. О, здрасте. Хотела задать вопрос, который похож на тот вопрос, который уже задавался. Это какой? Мой сын, он... психиатрический диагноз... И он скоро заканчивает школу. Вот мы лечимся, но он скоро заканчивает школу и хочет уезжать учиться в другой город. Так.
Да, и я не знаю, должна ли я ехать вместе с ним. Вот, это просто моя тревога. Или... Ну вот смотрите, это, во-первых, должно решать... Это можно я скажу? А можно на первый вопрос отвечу сначала? Да, хорошо. Значит, это должен решать ваш лечащий врач. Диагнозы у людей бывают разные. Они, может быть, ремиссии и так далее. Вы школу закончите, ему будет 18, правильно? Да. Значит, если врач считает его дееспособным, то его не надо сопровождать. Если врач считает, что надо, значит, надо. Второй вопрос. Он связан с первым. В нашем городе, где мы сейчас живем, живет мужчина, мой близкий мужчина, но он переезжать никуда не хочет. А я все-таки склоняюсь к тому, чтобы переехать вместе с сыном, хотя бы временно, хотя лечащий врач, он считает, что не надо ехать. Вам обоим или вам не надо ехать? Мне не надо ехать вместе с сыном, так как это все слишком хлопотно. То есть врач считает, что ваш сын абсолютно самостоятелен, независим и может в другом городе сам жить. Я правильно понимаю? Ну да, примерно так. А вы с ним не согласны? Ну вот у меня страхи, как тревоги. А город далеко от вашего города находится? А он пока не выбрал. Он вот всю берет карту России и вот то одно. То есть читает вот про институты. И то в один хочет город, то в другой. Вот. Я думаю, что, может быть, тогда компромисс какой-то. Он едет, а вы его время от времени навещаете. То он к вам приедет, то вы к нему. Ага. Вот. Но то, что касается ребенка и мужчины, как говорится, жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Поехали дальше, Мария. Александра, 23 года, из Украины. После боевых действий очень пугаюсь громких звуков, особенно звук фейерверка и самолета, или вообще просто громких хлопков. Это вообще лечится? Что с этим делать? Это нужно идти или к психоневрологу, скорее всего. Это не по моей части. Так, Михаил, после 6 лет отношений мужчина со мной расстался в СМС и заблокировал все соцсети и телефон. Больше никакой информации. Почему у человека страх сказать это лично? Человеку 30 лет. К сожалению, мужчины, они вообще стараются избегать любых разборок и выяснения отношений. Это правда. У мужчин, если женщина обожает поговорить по душам, то мужчина старается соскочить с разговора с женщинами. Тем более на такую неприятную тему. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Фируза, я из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Фируза. Знаете, у меня такой вопрос. У меня сын, ему 12 лет, и у нас огромная проблема с телефоном связанная. У нас последний был разговор с сыном. Он даже был готов просто... выпрыгнуть из окна, чтобы я у него не забирала телефон. То есть у вас зависимый, да? Да. А в чем ваш вопрос? Как ему помочь? Его надо... Есть центр лудомании, где детей игрозависимых принимают, вам надо с ним туда идти. Это уже проблема. А на будущее, когда его вылечат, не больше 1,5 часа в будний день и 4 часа в выходной, это максимум. Но вам лучше с врачом эти вопросы решать. К сожалению, изобилие гаджетов привело к тому, что стало такое психическое уже расстройство, когда дети становятся интернет-зависимыми. Была такая программа в Украине гениальная, «Дорогая, мы убиваем детей», где 10-летний ребенок бил маму ногами, матом орал: «Сука, я тебя убью, отдай мне мой компьютер». Это прямо по телевизору показывали. Вот. И, к сожалению, это до болезни доходит, поэтому, дорогие родители, не больше 1,5 часа в будний день, не больше 4 на выходные, включая делание уроков, пока вы еще можете контролировать процесс. А вам, дорогая Фируза, с ребенком к доктору, найдите такой центр, где лечат таких детей, и туда с ним идите. Вернемся через несколько минут. Да. Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Вот я сейчас нескромно поступлю, Мария.
Михаил, какие книги посоветуете для прощения по психологии? Свою, конечно. Дайте-ка я угадаю. Пусть она продается спокойно. У нее, между прочим, уже почти 2 миллиона тираж за 3 года с небольшим, за 3,5 года. А, кстати, я никаких аудиокниг не писал. Это пираты все, чтобы вы просто знали. Добрый вечер. Здрасте. Так. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анна. 30 лет. Я из Москвы. У меня вот такой вопрос. Я вот в ближайшее время хочу сменить работу. Вот. Ну, буду проходить, естественно, собеседование. И хотела бы вас спросить, как можно правильно пройти собеседование, чтобы, ну, тебя взяли на работу? Во-первых, надо обесценить свои желания. То есть, вот помните, вы слышали с самого начала наш эфир, нам женщина звонила, которая глубоко разочарована, что ей в Германии ни работы не дали. Да. Ни, вот. Чтобы вот этого не было, вы должны, идя на собеседование, считать, ну, могут возьмут, могут не возьмут. Нет, это я, да, это я прекрасно понимаю, это просто как себя вести. Вот рассказывай, это сразу убирает нервные напряжения. То есть они не ваши благодетели, вы не их вещь, вы от них не зависите, вы просто ищете другую работу, да-да, нет-нет, это первое. Второе, когда разговариваете, смотрите в глаза, отвечайте прямо и правду на те вопросы, которые вам задают. Если будете отвечать прямо на вопрос, согласно пятому правилу, то вы не будете оправдываться. Потому что, когда вы начинаете говорить это потому что это, то другой человек считает, что вы оправдываться начинаете. Прямо говорите о своих желаниях и про деньги, и про карьеру. И дальше как будет, так будет. Вот и все. Вопрос от Ксении. Добрый вечер. Мужу поставили диагноз болезнью Паркинсона. Как его поддержать, если я сама просто развалилась? И поддержка больше нужна мне, чем ему? Не знаю, как на этот вопрос ответить. Если человек, наверное, надо себя тогда начать, привести себя в форму, тогда можно уже перейти к поддержке мужа. Вопрос коротенько. Успеем? Добрый вечер. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. А как найти мотивацию 48-летнему мужику? Вот. А, ну, коротко так сказать. Работа, но она есть, ну, не удовлетворяет. Угу. Денег, ну, как обычно, не хватает. Женщины, прошу прощения, не было давно. Вот, и жизнь, в принципе, знаете, такое ощущение, что почему-то она пролетает мимо тебя. Ну, то есть, вот, сами понимаете, да, везде у всех радость, у кого-то там что-то случается, а у тебя это даже уже не рутина, это уже напоминает болото. И вы спрашиваете, как в этой ситуации найти мотивацию, чтобы, типа, дальше жить, да? Да, ну, то есть, знаете, вот лет 10-15 назад каждый день, как новый, начинался, все хорошо. Сейчас... Ну, действительно, это очень-очень тяжело. Рассказывай, отвечаю на ваш вопрос прямо. Значит, для того, чтобы вернуть себя обратно в жизнь и найти к этой жизни мотивацию, нужно начать заново делать следующие вещи. Перестать все делать на автомате. По любому самому простому бытовому поводу, одежда, еда, сериал или кино, спать или есть, какать или писать, спрашивать себя, что я хочу. Я не шучу. То есть 24 часа в сутки, ну, когда вы не спите, естественно, вы должны по любому поводу себя спросить, а что я сейчас хочу есть, например. Выясняешь, в холодильнике этого нету. Значит, надо идти искать, где это есть. Что я сейчас хочу делать? Дальше. Стараться не менять свои решения. Если я сказал, что я сейчас хочу... я не знаю, пойти гулять, а я хочу пойти спать, значит, вы пойдете гулять. Если вы будете прямо очень добросовестно делать это, второе, стараться свести до минимума то, что вы делать не хотите, стараться не делать, но тут, как пишет там Наталья, не хочу мыть окна и не мою, тут, конечно, мы тут столкнемся с противоречием, потому что вы скажете, Михаил, я, конечно, не хочу на своей работе работать, но у меня и денег мало. Если я уйду, будет еще меньше. Значит, ищите себе новую работу, которая вам хотя бы нравится больше. Вот. И постепенно, когда вы начнете жить так, как вам нравится, буквально, хотя бы в тех рамках, в которых вы себе это сможете позволить, мотивация к вам вернется. Дело в том, что дело не только в возрасте, что вот раньше, каждый день как новый,
когда мы говорим про детей, то дети умудряются, ну, школа как бы для всех обязаловка, но тем не менее найти себя в этой жизни, ну, как бы вот свободное от школы время, делая что-то свое. А взрослый человек уже постепенно... Да, Мария. Я просто зачитаю сообщение Елены. Да. Елена пишет: надо бы мне познакомиться с этим мужчиной. Может, вам... Я бы его вернула в жизнь. Может, вас поддержит как-нибудь, да. Тем более, женщин давно не было, Елена прямо это считала. Так вот, а взрослые постепенно все это сворачивают, живут, потому что так надо. До вторника следующего. Да.